Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня я снова ездила в магазин Лента. Закупка у меня получилась где-то на 7800, ну где-то примерно 7800 с хвостиком. В общем, чек будет в конце видео, как всегда. Вот, ну и сейчас покажу вам свои покупки. Вот такая вот закупка получилась. В основном, конечно, у меня тут фрукты я набрала. Вот. Значит, давайте начнем с мяса, как всегда. Значит, купила вот такую куриную грудку по 2 штучки в упаковке. Взяла 4 штучки. Я вот эту косточку, я уже говорила, я ее использую на бульон. То есть срезаю мясо так, чтобы побольше оставалось на косточке, и бульон варю суп. Так как у меня никто из взрослых детей не любит в супе мясо. Вот такие вот они у меня вредные. Дальше купила сосиски венские, потом колбаску филейную «Папа может». Это мы будем делать холодный борщ, точнее мама у меня будет делать холодный борщ, поэтому я взяла такую большую. У меня его все обожают, именно холодный борщ. Окрошку не особо, а холодный борщ прям с удовольствием, так как сейчас у нас уже жарко в Питере стало. Значит, сыр российский, как всегда. Купила здесь у меня еще наггетсы куриные, бросить в морозилку на всякий случай. И купила, вот были по скидке, вот такие закусочки. Вот дяди Вани, кстати, лентовские, в прошлый раз, которые я покупала, нам не понравились. Одна сплошная морковка, вот вообще. Взяла вот такие. У меня муж их использует в качестве гарнира. То есть, ну, сейчас жарко, когда кушать особо не хочется. Хочется больше, наверное, овощей всяких, в общем. Вот такие на пробу. Так, дальше у меня здесь молочка, молоко, как обычно. Купила вот такие Савушкин старый рецепт, огурец с укропом. У меня мама их обожает. Вот она просто вечером может вместо ужина вот эту вот штучку выпить. Ей очень сильно нравится, особенно когда она холодная. Ну, да, вкусно. Сметанку как раз для холодного борща, вот такую 10%. Девочки, вы представляете, не было вкуснотеево масла. Я обалдела. Я столько его уже покупаю, я не знаю, года 2. А тут нету. Ну, я решила взять вот такое простоквашино, потому что как-то остальные масла я даже не помню, какие они, хорошие или нет. Посмотрела по составу, здесь одни сливки. Дальше вот такой ацидобофилин сладкий. Купила, у меня мама его любит, я его люблю, и муж тоже с удовольствием. Дети не любят у меня ацидобофилин. И здесь вот набрала всяких сырочков опять. Вот такие детские они были по скидке. Такие разные, вот такие еще взяла. Вот такие, ну, всякие вот эти киндеры. И еще очень нравится вот эта вот картошка. Я взяла одну картошку, сырок, ну, как пироженка картошка, очень вкусная. У меня и муж тоже, и мама с удовольствием. В общем, таких тут целый мешок набрала. Дальше у меня здесь взяла, просто увидела, на скидках был вот такой «Печем дома», блины монастырские, смесь. Я иногда покупаю такие смеси, маме нравится, она быстренько замесила, деткам нажарила, всем нажарила на завтрак. В общем, вот такие решила взять. Мультизлаковые смесь для выпечки, видите, здесь пшеница, греча, рожь, овес, полба, ячмень, кукуруза. Вот такие. Мама у меня еще иногда добавляет сюда молочко. Вот. Видите, здесь вообще добавить теплого молока. Ну, в общем, с молоком мама делает. Получается вкусно. Не знаю, вот эти еще ни разу не брали. Попробуем, потом, может, расскажу вам, как получилось, вкусно или нет. Дальше взяла горох. На гороховый суп вот этот Мистраль марка очень нравится. Вермишель тоже для супчика вот такую взяла. Дальше хлеб дарницкий. Вот это оладушкин делен, это каравай. И вот такой тостовый хлебный дом. Здесь у меня всякая ерунда. Вот такие палочки кукурузные деткам. Баранки. Тоже, кстати, я тоже люблю баранки. Вот такие колечки с солью. У меня, кстати, сладости не особо дети любят. Они вот скорее вот такое съедят, чем какое-то сладкое печенье. Дальше. Огурцы взяла много в этот раз. Видите, они уже по почти
258 рублей. Огурцы очень хорошие, такие свеженькие, прям даже ароматно очень пахнут. Как раз на холодный борщ, да и просто пожевать. Помидоры, тоже помидоры хорошие, по 90 рублей. Видите, такие прям красные, тоже очень ароматные. Черешня, наконец-то в ленте появилась черешня. Конечно же, я набрала по 298, ну, считайте, 300 почти рублей. Вот я набрала целый пакет, сейчас как раз с детками будем жевать черешеньку. Дальше из фруктов у меня здесь слива вот такая вот красная, обожаю ее, очень вкусная. Дальше здесь у меня апельсины, я набрала много, потому что я буду делать вот такие лимонады. Ну, вода с апельсином, в общем, такие любят у меня и дети, и все, короче, любят. Поэтому набрала вот такие недорогие по 51 рублю. Мандаринки еще вот такие взяла по 100 рублей, считайте, за килограмм. Дальше у меня вот эти груши, которые нам очень всем понравились, форель, взяла снова, потому что все прям с удовольствием их едят, но они жесткие и очень-очень сладкие, я уже говорила про них. Дальше взяла немножко персиков по 200 рублей, а здесь вот взяла как раз 3 лимончика, тоже вот лимонады такие, ну, как бы домашние лимонады, да, делать. А где-то у меня еще есть, вот, еще был лайм тоже, лайм, мята, лимон, очень вкусно. А, так, и здесь абрикосы у меня. Так, абрикосы были по 139, ну, считайте, 140 рублей. Такие неплохие. Бананы по тоже 75 рублей. Так, из фруктов это у меня все. Здесь у меня еще лежит свекла. Новый урожай купила как раз-таки на холодный борщ. И взяла еще свежую капусту нового урожая. Дальше у меня здесь квас вот такой очаковский взяла. Ну, он был со скидкой, наверное, поэтому и взяла. Сок яблочный, вот такие тоже соки новенькие. Ягоды с медом и шалфеем. Потом вот такие из натуральных ягод и фруктов. Тут, я так понимаю, виноград-гранат. Да, виноград-гранат. Потом еще вот такие яблоко, слива, черноплодная, рябина, вишня, смородина. Вот такой сок. Дальше вот такие актуальки, сыворотка, сок, дикий апельсин, манго. И вот такой вот слаймом, неоновый мохито. Вот. Здесь у меня еще 3 упаковки сахара. И здесь взяла вот такой гель для стирки, лентовский, универсальный. Тоже попробовать хочу. Вот. Потому что лентовские вот эти вот жидкие порошки для стирки мне очень сильно нравятся. Дальше деткам купила мыльные пузыри вот такие. И еще как раз таки раствор для мыльных пузырей. Вот такую большую банку буду по выдаче давать, потому что они иногда выливают его. Потом порошок вот такой Ариэль купила. Ну, он был со скидкой, поэтому и взяла. Дальше здесь 3 десятка яиц, как всегда. Будет в холодный борщ, естественно. Яичко тоже мы кладем. Вот эти 365 дней, ценой нам нравятся яйца. Дезодорант мужу. И еще купила вот такую, это не зубная паста, это такой гель для укрепления зубов, эмали зубов. Мне когда-то, ну, в общем, это рекомендовал мне стоматолог, и я пользуюсь, но он не осветляет эмаль, не отбеливает, я не знаю, я не заметила, что придает блеск, но стоматолог советует после чистки зубов вот использовать вот такой гель и полчаса потом не пить, не есть ничего, то есть держать его на зубах где-то полчаса. В общем, я постоянно покупаю, обычно покупала в аптеке вот этой марки Рок, а сейчас увидела, кстати, детям такой же покупаю, есть детский вариант. Сейчас увидела в ленте и купила. И здесь у меня собаки. Я купила вот такие, как это называется, спинки на кашу, потому что сейчас ничего нету, никаких субпродуктов даже, ни легкого, ни сердца, ничего. Поэтому купила ей вот такие и макарошки вот такие. И котам, как всегда, вот эти разные пакетики тут набрала, были со скидкой по 17 рублей. Так что вот такая вот у меня получилась закупка. В основном, конечно, фрукты купила. Вот, и сейчас покажу вам чек. И вот показываю вам чек, как обычно.
Вот сумма составила 7 818, скидка 1868 рублей. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. У нас в Питере жарко. Я извиняюсь, я сижу уже в купальнике, потому что очень душно. В городе так вообще душно. У меня машина показывала вообще 32 градуса. Ну, я не знаю, насколько это правда. Вроде бы 28 в тени. Но очень прям душно. Сегодня просто жутко. Машин много, людей что-то много на улице. Вот, и в магазине тоже. И, кстати, меня спрашивали по поводу того, фрукты, овощи, откуда они, ну, то есть, какие местные это или нет. Я, если честно, не знаю. Вот дай бог, в ленте будет написано просто импорт, да. Очень редко лента пишет, откуда, то есть, это там, допустим, Турция или там, я не знаю, какой-нибудь Краснодарский край или еще что-то. Очень редко пишет, вот откуда фрукты и овощи, поэтому я даже не знаю, честно. Вот, но чаще всего просто пишут, там, допустим, абрикосы и абрикосы импорт. Но абрикосы импорт, допустим, это будут такие, знаете, уже фасованные в коробочках. Поэтому я, к сожалению, не знаю, даже не знаю, откуда овощи привозят. Просто написано новый урожай или просто капуста, например, да. Поэтому, к сожалению, не знаю. Хотя я увидела там на коробках, ну, не на коробках, а на таких, как это называется? Ну, коробки, да, такие, которые вот, в которых лежат фрукты, там написано был Краснодарский край, и все. Остальное не знаю, откуда привозят. К сожалению, лента не пишет, так что вот так вот. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне очень приятно. Всех люблю, целую, и до новых встреч!